по-другому. Радиокнига памяти. Добрый день, у микрофона Владимир Сметанин. Я приветствую в нашей студии вице-президента компании движения «Нефтепродукт» по финансам. Это Татьяна Иутинская. Татьяна Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы продолжаем тем самым серию наших передач, посвященных 40-летию компании движения «Нефтепродукт». Дата эта торжественная, все ближе и ближе. Если мне не изменяет память, то День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности в этом году отмечается в воскресенье 6 сентября. Да. Да, все верно. Необычно после череды мужчин, сотрудников компании, поговорить с вами. Вы-то уж о финансах на предприятии знаете абсолютно все. Очевидно, знаю много. Да, очевидно, знаете много. Все никто не может знать. Да, в прошлый раз Сергей Генрихович, руководитель транспортной, да, составляющей компании, говорил о том, что вот недавно были буквально закуплены новые тягачи, которые будут использоваться в качестве бензовозов, назывались очень даже приличные суммы. Но я думаю, что в рамках, так скажем, некоммерческой тайны мы что-то там сможем раскрыть, да, поговорить. Но в первую очередь обращаюсь к вам лично. Расскажите, пожалуйста, свою историю появления в компании, как вы, когда, на каком этапе включились в этот процесс. Напоминаю, что первая передача записывалась с участием непосредственно президента, да, Сергея Киселевой, ну и мы вообще вот с самых назов, с 80-го года мы начинали. У вас раньше, позже? Чуть позже. Все-таки позже. Давайте, поехали. Ну, на самом деле, 25 августа было ровно 15 лет, как я работаю в компании движения. 2005 год. Да, 2005 год, это был август месяц. Это было, может быть, вначале казалось случайным, что я вдруг оказалась в этой компании, но это было и закономерно. На самом деле меня познакомили с Сергеем Николаевичем, наши общие знакомые. Мы с ним обсудили, что я могу, что я знаю, что за моими плечами, какой трудовой опыт. И мы при первой встрече, Сергей Николаевич принял решение, что я прихожу в компанию и начинаю работу. На должность, если не секрет. Да, на должность вице-президента. Вице-президента. Да. То есть непосредственно он на это место подыскивал, да, кандидатуру? Да, он подыскивал именно на это место кандидатуру. Ну, какое-то время там я поработала чуть-чуть в другой должности, ну, чтобы было присмотреться в течение месяца, наверное. И вот с октября 2005 года я работаю в данной должности. То есть... До октября еще есть время, и 15 лет это, собственно, будет вот тогда. Очевидно. Уже, да, уже осенью. Я понимаю, что в финансовой деятельности очень много разной специфики, терминов своих специальных. Но вот какое хозяйство, так простым языком выражаясь, вы получили в свои руки? За что пришлось отвечать? Абсолютно за все. Да. За всю денежную составляющую компании. Ну, скажем так, эта должность так называется вице-президент по финансам. На самом деле, моя деятельность включает в себя это контроль бухгалтерского учета, группы компаний, которых у нас на сегодня где-то порядка 30. Это контроль налогового учета, это работа с налоговыми органами, в качестве, скажем, налогового консультанта. Я работаю как налоговый консультант, еще в данном случае считаюсь. А с налоговыми органами это все вопросы спорные, которые возникают у нашей группы компаний. Я их решаю. То есть это имеет отношение ко всем организациям группы компаний. В части бухгалтерского учета мы создали отдел аутсорсинга при движении «Нефтепродукт», где, естественно, тоже он подчиняется мне, и я, скажем так, контролирую работу этого отдела. Отдел аутсорсинга ведет бухгалтерский учет у группы тоже компаний, которые входят в структуру движения. Я создал, ну, при мне уже мы создали отдел внутреннего аудита, который работает в настоящее время, и мы контролируем работу всех наших компаний. То есть это тоже, ну, как бы является моей ответственностью за то, что происходит в организациях. Ну и, естественно, уже если говорить о том, что я вице-президент по финансам, я занимаюсь финансовыми вопросами. То есть я работаю с банками. С банками – это обеспечение денежными средствами, это получение кредитов. Кроме того,
я, моя ответственность, под, то есть в мои обязанности входит управленческая отчетность группы компаний. То есть вот такой обширный круг, в который включает в себя и бухгалтерский учет, и налоговый учет, ну и финансы. Ну, я не специалист, конечно, далеко не специалист в этих вопросах, но, на мой взгляд, достаточно грамотно выстроенная структура. Думаю, что да, мы... Ну, скажем так, мы не прилагали к этому каких-то особых усилий, чтобы вот там искали, как это сделать, что сделать. Это просто с первого года, когда вот я начала работать, это пришло у нас, где-то, может быть, мы создали отдел аутсорсинга в году 2006-м, а отдел внутреннего аудита сразу же появился. И, скажем так, ну вот, вот эта работа. Что было самым непростым, самым сложным? Тогда, когда вы начали работать в 2005 году, возможно, пришлось чему-то учиться, набираться еще каких-то компетенций? Или в целом все было вполне знакомо, понятно? Я, знаете, что хотела бы сказать? Да. Я очень благодарна судьбе, что я оказалась в этой компании, и вот мои обязанности как раз входят в этот круг вопросов. Потому что ну, до этого момента я работала и главным бухгалтером, я работала и ведущим аудитором, и как бы я и налоговый консультант. И вот все эти знания свои, которые у меня были, применялись, скажем так, в определенные периоды моей биографии трудовой в отдельных организациях, они здесь у меня оказались едиными. То есть я смогла это все применить как раз вот в работе в движении «Нефтепродукт». Ну, как-то все спокойно, ровно как-то получается. Не приняли как это вызов, там, чтобы соответствовать каким-то новым условиям. Все как-то у вас вы знаете, довольно так у меня плавно. Да, у меня все плавно, и не было никаких стрессов в том, что я пришла сюда, потому что у меня за плечами был опыт работы, я уже сказала, и работы главного бухгалтера, и я знала бухгалтерский учет. У меня был за плечами опыт аудитора. Я работала в московских компаниях ведущим аудитором. То есть я знала налоговый учет, соответственно. И потому у меня абсолютно не было никаких, скажем так, стрессов от того, что вот мне так столько много и нужно знать. Нет, понятно, что я всегда училась. Постоянно, понятно, что я всегда совершенствовалась. Я там на семинары и до сих пор посещаю. То есть... Ну, надо идти в ногу со временем, да. Конечно. В том числе изменения в законодательстве, конечно, нужно учиться и вникать во все эти вещи. Да, и кроме того еще, скажем так, когда-то была мечта стать педагогом, то, ну, я и преподавала определенное время, там, так, кратенько, то здесь мне... Математику? Нет, не математику. Если цифры, если финансы, то... А, русский язык, кстати. Ну, так, не получилось. Но вопрос не в том. Просто работая, опять же, здесь, я смогла применить... скажем так, вот, то есть исполнить это свое желание в той части, что я регулярно проводила семинары с бухгалтерами. У нас же много компаний, там 30 компаний. Мы раз в квартал всегда собирались. И, то есть все, что происходит, происходило новое в налогообложении, в бухгалтерском учете. Мы собирались, обсуждали. То есть... Мне это интересно. Как сейчас оцениваете вот на данный момент, в 2020 году, боеспособность, готовность, подготовку своего коллектива? Вы знаете, это же в том числе вот, и ваших, да, ваших да, собственно, рук вот, и ума дело, да? У нас очень грамотный коллектив, профессиональный коллектив, если говорить о бухгалтерах. И вот уже начиная как раз, я пришла, ну, скажем так, в октябре, начиная с декабря, постепенно происходила смена главных бухгалтеров в компаниях. Ну, есть кто-то еще, остался те, кто работали и работают. Но в основном пришли новые люди. Людей я подбирала по тому, какие у них есть знания, по тому, как они могут... скажем так, организовать работу. И я всегда считала и считаю, что легко работать, когда рядом с тобой работают знающие люди, которые всегда... То есть я могу на них положиться. Которым не надо объяснять, растолковывать какие-то элементарные вещи, там, в том числе. Да, то есть у меня нет таких амбиций, что кто-то еще там пришел и, может быть, там, не знаю... может быть, будет знать больше, чем я, наоборот, радовалась всегда, что приходили такие люди. И до сих пор бухгалтера работают, главные бухгалтера. И рядовых мы бухгалтеров подбираем точно по такому же принципу. То есть мы ведем отбор,
Да я подозреваю, что коллектив в основном женский. Бухгалтерия, да, конечно. Что так исторически сложилось у нас, да, в стране, женский, что да, с финансами работают, с деньгами работают непосредственно. Да, это прекрасный коллектив, пол, да. Вот еще раз повторяю, что и главные бухгалтера, и замы, и бухгалтера в регионах, главные, достаточно грамотные люди, ну, с которыми можно работать, можно обсуждать любые вопросы. Когда обсуждается будущее компании «Движение нефтепродукт», какие-то покупки, приобретения, это, безусловно, все проходит через вас, да? Не совсем, ну, скажем так. Поясните процедурно, как это происходит. Я поясню, да. Если что-то касается приобретения, как вот вы говорили, там, каких-то новой объектов, техники. Новой техники, это решение принимает Сергей Николаевич, и он, скажем так, ну, это же его видение, он видит лучше, что нужно, куда нужно, и просто мы с ним согласовываем суммы, когда мы можем заплатить, какие у нас есть на это средства, то есть вот это принимает решение Сергей Николаевич. Да, в принципе, Сергей Николаевич у нас знает все и, скажем так, в курсе всех финансовых потоков. В мои обязанности, опять же, повторяюсь, может быть, входит эта работа с банками, это оформление кредитов. Вот здесь, да, я, скажем так, уже всегда должна быть... На чеку. На чеку, всегда быть в курсе, когда взять, сколько нужно взять, когда нужно заплатить. То есть, но это, опять же, это не мое единственное, это всегда согласовывается, понятно, что ставится в известность Сергея Николаевича. А можно сейчас вот приоткрыть немножко завесу вообще, насколько закредитовано? Предприятия. Но это не секрет. Ну, чтобы вот, да, предприниматели, скажу, бизнесмены, слушая нас, тоже понимали, вот в каких условиях работает у нас, холдинг. У нас кредитные соглашения с банками заключаются только с ЧПС «Нефтепродукт». ЧПС «Нефтепродукт», поскольку это основной покупатель нефтепродуктов. Ну, скажем так, где-то в пределах миллиарда у нас в течение года. Нет, это по остаткам. В пределах там. Ну, остатки где-то 800, 700 миллионов, 500, когда, как, бывает кредитных средств, да, взаемных средств. Ну, обычно меньше 500 сейчас уже не бывает. Но в течение года, естественно, что деньги приходят, уходят, то есть они, оборот, бывает больше. То есть это такое нормальное состояние, да? Да, нормальное состояние. Абсолютно рабочая атмосфера, да, как говорится. Да, рабочая атмосфера, когда мы знаем, сколько нам нужно, и они у нас с регулярностью, мы их получаем, мы их гасим. У нас нет и не было никогда просрочки платежах в банке, то есть это у нас на первом месте налоги заплатить вовремя, ну и кредиты, то есть у нас две составляющие, ну и зарплата. Если окунуться в прошлое и вспомнить моменты, когда, возможно, особенно было туго с финансами, это, возможно, связано с кризисами пресловутыми и так далее. Да, вот, но кризисы... Можете сейчас так вкратце припомнить и благодаря чему удалось выйти? Да, был такой... Сложный у нас 2008 год, и так получилось, что у нас нам не смогли вернуть деньги, кто у нас взял, и у нас нам нужно было всего-то 200 миллионов, скажем так, не такая большая цифра. Нам тогда, я помню, отказал один банк, отказал другой банк, и мы с Сергеем Николаевичем поехали в банк ВТБ к Юрию Юрьевичу. Практически мы с этим банком не работали. Они знали, что есть такая компания, но они не знали ни оборотов наших, ничего. И поверив нам на честное слово, глядя в глаза друг друга, Юрий Юрьевич нам тогда помог, и он нам дал эти деньги. Эти деньги ушли в оборотку. Естественно, что мы рассчитались. Но вот был такой сложный момент, вот, пожалуй, за все эти годы это был вот единственный. Ну, вот с 2005 года я могу сказать. Кстати, дайте, может быть, психологический совет вот современным бухгалтерам, финансистам. Как стоит вести себя вообще в ситуации в такой? Да, не просто спокойно, хладнокровно, не паниковать? Нет, конечно. Что паниковать? То есть мы, наверное, бы изыскали где-то эти деньги, как-то бы, наверное, изыскали. Но в данной ситуации я так полагаю, что это нужно делать, это нужно идти к людям, нужно разговаривать. И большое значение имеет, когда, скажем так, работаем с банками, с специалистами банков, открыто и честно, то есть не обещаем лишнего ничего. Как-то, ну, то есть нам доверяют, наверное, от того, что вот мы все-таки так... есть имя. Да, 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 и то есть несколько десятилетий, да, за плечами. Это имя, и потом это вот сам контакт с людьми, с которыми ты работаешь, ты знаешь, что если ты пообещал, то пообещаешь только тогда, когда ты знаешь, что это выполнишь. То есть никогда не давать пустых обещаний.
а потому проще и в будущем работать с людьми с банковской сферы. Чтобы понимали все мы, наши слушатели, каковы отчисления налоговые? Налоговые отчисления, да. Вы знаете... По предприятиям вообще в целом. По предприятиям в целом. Я так общую цифру вам не скажу. Но можно... Ну, если у нас в месяц оборот где-то 700 миллионов, если мы уберем, ну, где-то миллионов, там, не знаю, 14, может быть, в месяц НДС... То есть с учетом того, что еще у нас поступающие. То есть бывает в квартал 70 миллионов НДС, это по ЧПС нефтепродукту. Бывает, что нам бюджет должен, потому что мы много закупаем. То есть это такой налог, который ты все равно платишь, но он периодами бывает. Либо тебе вернут, либо ты заплатишь. Естественно, предприятие работает с прибылью, платим налог на прибыль 20%. Ну, опять же, условно, там где-то, ну, если прибыли миллионов 100, там... ну, скажем так, 20 миллионов прибыли. Ну, то есть здесь я вот так прям цифру сказать не могу. Нет, я к тому, чтобы, ну, вклад в бюджеты делается существенный. Конечно, да, у нас принцип. Да. У нас принцип у Сергея Николаевича. Я живу в этом регионе, и я должен платить налоги, потому что эти налоги идут на зарплату врачам, учителям, на поддержку пенсионеров. То есть Сергей Николаевич очень жестко к этому вопросу подходит, и всегда вот это на первом месте, дата наступает, налоги заплатить. То есть поэтому, скажем так, для нас вы, это... Вы делаете то, что нужно делать. Да, мы делаем то, что нужно делать. К сожалению, время бежит очень быстро. Вот уже и подошел итог нашей беседы. Я понимаю прекрасно, что мы вскользь прошлись по очень важной и ответственной сфере деятельности, которой вы занимаетесь, которой курируете и возглавляете в компании «Движение нефтепродукт». Напоследок пожелания своим коллегам от вашего имени, 40-летием. Я, ну, знаете, всегда мы как-то вроде кажутся пустыми слова «желаю всем здоровья». Я на самом деле желаю всем здоровья, потому что вот это самое важное. Желаю здоровья, чтобы было у всех в семьях хорошо, чтобы были здоровы дети, внуки. Ну и у кого насколько есть возможность и насколько есть силы работать в этой компании, потому что движение нефтепродукт, вот для меня движение нефтепродукт, да и в целом это семья, можно сказать, вот не преувеличиваем, можно сказать, что это семья, где ты всегда знаешь, что есть твои единомышленники, с которыми ты работаешь, и еще можно быть уверенным, что тебя не подведут и не подставят, вот это очень важно. Поэтому вот я и желаю всем вот это отношения с друг с другом добрые. Ну, скажем так. В общем, доброты, тепла, здоровья, уверенности в завтрашнем дне. Не только в завтрашнем, но и в более отдаленной перспективе, чтобы был 50, 60, 70-летний юбилей и так далее. Да. И чтобы на смену нынешним ведущим, в том числе сотрудникам компании, ну, так или иначе, это жизнь, да, приходили не менее достойные работники, да, которые действительно понимали важность того, чем они занимаются, не только для себя, но и для всего региона, да и не только нашего региона, потому что мы знаем прекрасно, что и в других субъектах федерации компания тоже представлена. Спасибо. На этом завершаем наш разговор. Татьяна Яутинская, вице-президент компании «Движение нефтепродукт» по финансам. Всего доброго. До свидания. Спасибо. Радиокнига памяти.